думала ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорога в очах моих, многоценна, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушение на тебя, и враг придет, как река, я хочу, чтобы ты знала, что от меня это было, что твоя немощь нуждается в моей силе, и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать мне возможность защитить тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понимают, не считаются с тем, что тебе приятно, которые отстраняют тебя? От меня это было. Я Бог твой, располагающий обстоятельствами. И не случайно ты оказалась на своем месте. Это то самое место, которое я тебе назначил. Не просила ли ты, чтобы я научил тебя смирению? И вот я поставил тебя в ту именно среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют мою волю. Находишься ли ты в денежном затруднении? Трудно тебе сводить концы с концами? Знай, что от меня это было. Ибо я располагаю твоими средствами и хочу, чтобы ты прибегала ко мне и знала бы, что ты в зависимости от меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждалась в верности моей и моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать в нужде твоей: ты не верь Господу Богу твоему. Переживала ли ты ночь в скорби? Ты разлучена с близкими и дорогими сердцу твоему. От меня это послано тебе. Я, муж скорбей, изведавшей болезни, я допустил это, чтобы ты обратилась ко мне и во мне могла найти утешение вечное. Обманулась ли ты в друге своем, в ком-нибудь, кому ты открывала сердце свое? От меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы познала ты, что лучший твой друг есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносила ко мне и говорила мне. Наклеветал ли кто на тебя, предоставь это мне. И прильни ближе ко мне, убежищу твоему, душою твоею, чтобы укрыться от пререкания языков. Я выведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко полудня.
разрушились планы твои, поникла ты душою и устала. От меня это было. Ты создавала себе план, имела свои намерения. Ты принесла их мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставила мне распоряжаться и руководить обстоятельствами жизни твоей, так как ты только орудие, а не действующее лицо. Постигли ли тебя нежданные неудачи житейские? И уныние охватило сердце твое? Знай, от меня это было, ибо я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред очами моими и побеждали бы именем моим всякое малодушие. Не получаешь ты долго известия от близких, дорогих тебе людей, по малодушию твоему и маловерию впадаешь в ропот и отчаяние, знай, от меня это было. Ибо этим томлением духа твоего испытую я крепость веры твоей в непреложность обетований и силу дерзновения твоей молитвы о сих близких твоих. Ибо не ты ли возлагала заботы о них на мою промыслительную любовь? Не ты ли и ныне вручаешь их покрову пречистые матери моя? Постигла ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцелимая, и ты оказалась прикованной к одру твоему? От меня это было. Ибо я хочу, чтобы познала ты еще глубже меня в немощах твоих телесных и не роптала бы за сие неспосылаемое тебе испытание, и чтобы ты не старалась проникнуть в мои планы спасения душ человеческих различными путями, а безропотно и покорно преклонила бы главу твою под благость мою о тебе. Мечтала ли ты сотворить какое-либо особенное дело для меня, и вместо этого сама слегла на одр болезни и немощи? От меня это было. Ибо тогда ты была бы погружена в дела свои, и я не мог бы привлечь мысли твои к себе. А я хочу научить тебя самым глубоким мыслям и урокам моим, чтобы ты была на службе у меня. Я хочу научить тебя сознавать, что ты ничто без меня. Некоторые из лучших сынов моих суть те, которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы. Призвана ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение, полагаясь на меня? Я вверяю тебе эти трудности, и за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, во всем руководителем и наставником твоим будет Господь твой. В сей день в руки твои, дитя мое, дал я этот сосуд освященного елея.
пользуйся им свободно. Помни всегда, что каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждое напраслина и осуждение, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады, разочарования, каждое откровение немощи и неспособности твоей будет помазано этим елеем. От меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление. И потому положи в сердце свое слово, которое я объявил тебе в сей день. От меня это было. Храни их, знай и помни всегда, где бы ты ни была, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть меня. Все послано мною для совершенствования души твоей. Все от меня.